Альтернативно-адаптивная технология, которую мы разработали уже 30 лет назад, связана с переносом сроков сева со второй пятидневки мая, которая считается лучшей, на первую пятидневку июня. Что это дает? Очень много рапса теряется от повреждений вредителями. Там нужно делать при вот таких ранних посевах несколько обработок химикатами, причем своевременных обработок. Вот у нас по разным причинам обработки не своевременно проводятся, и очень много мы теряем от вредителей. При переносе срока сева на месяц вперед, рапс как бы уходит от вредителей, и никакой химии не надо.